Спорт как образ жизни. В Серпухове завершилась 18-я спартакиада трудящихся. Ее итоги подвели во Дворце культуры «Исток». Подробнее расскажет Ильяс Сиразов. Кубки, медали, грамоты и благодарственные письма победителям и призерам, особо отличившимся спортсменам. На торжественной церемонии подведения итогов спартакиады любителей активного отдыха приветствовал заместитель главы администрации Ольга Сидоркина. Я хочу в этот день пожелать вам всем, чтобы занятия физкультурой и спортом всегда для вас служили источником оптимизма, вдохновения, уверенности в себе и, конечно же, в своих коллегах, с которыми вы вместе занимаетесь и добиваетесь таких замечательных результатов. В прошлом году в спартакиаде приняли участие 19 команд, а это почти 200 человек. Соревновались в стрельбе, плавании, игровых видах спорта, принимали участие в летнем и зимнем туристических слетах. Лучше всех себя проявили работники завода «Металлист», по очкам опередившие ближайших соперников. Мы постоянные участники спартакиада двумя командами. «Металлист» у нас есть и «Металлист Лазер». «Металлист» — первая подгруппа, «Металлист Лазер» — вторая подгруппа. Фактически постоянно занимаем первые места. По-моему, третий раз подряд. Теперь командам предстоит встретиться на соревнованиях нового сезона. Зимний турслет пройдет 15 и 16 февраля на базе санатория «Лесная пушка».